Вітаю, з вами програма «Запитання депутату». 20 мільйонів гривень на ліфти. Кошти для будівництва зовнішнього освітлення у приватному секторі та проблеми Дніпровського району. Про все це сьогодні говоримо з позафракційним депутатом міської ради Дмитром Сірим. Вітаю вас, Дмитро Вікторовичу. Здравствуйте. Дякую, що знову завітали до нас у гості. Перше питання. Минулої сесії, звичайно, дуже багато питань розглядали, не оминули і житлово-комунальне господарство. Зокрема, 20 мільйонів виділили на ліфти. А звідки ці кошти взяли і скільки ліфтів відремонтують? І що це за роботи будуть у нас? Смотрите, ну по большому счету это перераспределение средств. Вот, сессия подведения итогов квартальной работы бюджета, правильно? То есть депутаты городского совета настаивали, наступали на том, чтобы была увеличена сумма именно на капитальный ремонт и замену лифтов. Потому что лифт — это объект повышенной опасности, не дай бог чего. Да? Это во-первых. Во-вторых, самим жителям домов не под силу менять лифты однозначно. Если там где-то трубу можно по метру, да, подлатать там самостоятельно своими силами, или там кровлю даже, там 10-20 квадратных метров, это возможно, то лифт заменить, по большому счету, даже при большом желании сверхорганизованного дома, да, это очень сложно, потому что там бюджеты идут, насколько я понимаю ситуацию, там от 600 тысяч гривен, да, и до суммы, превышающей миллион. Вот. Исходя из этого, конечно, сумма 20 миллионов, она не настолько кардинальна, она практически, наверное, ни о чем. Да? Если там 20, может быть, 25 лифтов, может быть, да, теоретически. Хотя я не готов сказать, там, согласно проектам, это будет полная замена или там, частичная замена, или полный капремонт, или средний. Я не готов сказать там, да, конкретные адреса, где это будет сделано, но в целом этой суммы очень недостаточно. А щодо приватного сектора, минулої сесії міської ради також виділили кошти на освітлення приватного сектора. Да і взагалі на початку року мер ще зазначив, що на цей рік програма щодо благоустрою та розвитку приватного сектору, вона поповнилася коштами. Про які кошти говоримо? Саме на освітлення, якщо так. Сама суть заключалась проблематики частного сектора в том, что в городе, вот при всех предыдущих каденциях депутатов и при всех предыдущих каденциях мэра, в городе не было программы комплексной по развитию благоустройства и развитию инфраструктуры нашего частного сектора. Именно поэтому мы видим вот настолько ужасно запущенное состояние дорог, освещения в частных секторах. Да? Это та прямая проблематика, которая сегодня, ну, просто не то, что беспокоит людей, она крайне необходима к решению, потому что в некоторые поселки, в некоторые труднодоступные места скорая помощь с трудом въезжает, да, и не потому, что нет освещения, а потому, что на дорогах уже кардинальные ямы. Не было программы, и город не имел никакой возможности выделять деньги на какой-либо вид ремонта, да. Вот депутатским корпусом, если не ошибаюсь, в конце прошлого года было прописано коллегиальное решение, программа восстановления частного сектора, вот на которая, в принципе, и была забюджетирована. Это был в бюджете на 2019 год уже предусмотрена сумма на развитие частного сектора, где как раз-таки предусмотрен ремонт дорог, где как раз-таки предусмотрено освещение в проблемных местах частного сектора. Конечно же, если объективно посмотреть на эту ситуацию и посмотреть на то, что, вот еще раз уточняю, при всех предыдущих каденциях мэров и созывах депутатов городских советов этой программы просто не было и не делалось просто ничего. А сегодня мы начинаем с малого. Конечно же, люди ждут наверняка чего-то такого вот сногсшибательного, что есть люди программа. Люди завтра чекают на перемены и, звичайно, да, ну, еще одразу. Отдельные участки, конечно, уже будут сейчас, в этом году. Вот сейчас пройдут там тендерные процедуры. Отдельные участки, поселки получат там новые дороги, где-то будет освещение. Но для того, чтобы восстановить то, что было запущено вот этими, это даже не десятилетиями уже, да, вот то, что было запущено кардинально на протяжении всех предыдущих каденций, для этого нужно, ну, с моей точки зрения, это хотя бы там, наверное, 2-3 депутатских каденции работы этой программы и выделение бюджетирования ежегодно. Да? Вот. Но то, что уже эта программа есть, это уже огромный плюс именно этому созыву депутатского корпуса. Да? Вот, потому что хоть какая-то работа сейчас начнется, люди это увидят в каждых районах нашего города. До речі, про райони. Минулої сесії ви також говорили про проблеми Дніпровського району. А що немає розмітки на дорогах, діти йдуть до школи, це дуже зараз небезпечно. А що минулорічне листя, воно зараз просто лежить і гніє. Якось ситуація змінилася після того, як ви ці проблеми озвучили на сесії? Да, листва – це проблема сьогоднішня. І чому пішов збой в роботі Дніпровської райадміністрації, я не готов сказати, но при всем уважении к председателю, вот, я хочу сказать, что, наверное, последние, ну, года полтора вот, есть какая-то вот определенная разбалансировка в работе самой администрации именно в сфере ЖКХ. Вот я сейчас именно об этом говорю. Вот, к примеру, в этом году, в прошлом году мы скандалили, ругались за разметку.
они ее соизволили нанести уже когда, наверное, было не 1 сентября, они ее нанесли или в октябре, или в ноябре. То есть я дважды заявлял о том, что дети уже пошли в школу, да, им переходить дорогу, а разметки как не было, так и нет. Это аварийно опасно, вот не дай бог чего. А разметка в итоге была нанесена, если не ошибаюсь, в октябре, и уже ее не было на дорогах, там, да, к концу ноября уже снова она была смыта. То есть вот это как минимум, с моей личной точки зрения, субъективное мнение, но как минимум это нецелевая трата бюджетных средств. То есть нанести ее на один месяц, чтобы она смылась, не проверив качество, да, и как вот с этим дальше жить. В этом году мы видим, что картина не изменилась. Уже май месяц начат, разметки на дорогах нет. Когда спрашиваешь, когда будет разметка, и председатель администрации, и его заместитель говорят в один голос, что там какая-то тендерная процедура у них. Вот сейчас она уже объявлена. Если это такой затяжной процесс, почему эту тендерную процедуру нельзя было объявить в январе сразу же, как только вы встретили Новый год, и сразу объявить эту процедуру, да, если она так затягивается? И пускай эта разметка отслужит городу, району отслужит там все лето, да, вот вступит в осень. И потом, когда начнется сезон дождей, на который они списали в прошлом году, что это дожди смыли ту разметку, которая была нанесена, когда начнется сезон дождей, ну, по крайней мере, эта краска на дороге простоит и будет каким-то образом оберегать наших жителей. Да? Та же самая вот страшная история, с моей точки зрения. Почему страшная? Объясняю. В этом ничего не там смертельного или кардинального, и слава богу. Но страшная, потому что в этом году выделена сумма бюджета там, около 2 миллионов гривен на вывоз листвы из Днепровского района. 2 миллиона гривен, да, то есть там, если я не ошибаюсь, там, да, вот я дал депутатские запросы, если не ошибаюсь, я получил какие ответы, это больше 1000 гривен стоит утилизация одной тонны листвы. И вот бюджет города выделил эти деньги, но листва там в больших случаях, там, да, как лежала, так и лежит. Я, конечно же, должен был на прошлой сессии поднять этот вопрос, потому что, во-первых, не знаю почему, но это тендерная процедура, я не знаю почему все, что касаемо, связано с вот этой листвой, проводилось под 7 замками. Да? То есть там я звоню председателю райадминистрации или там заместителю по ЖКХ, просто в обычной беседе говорю, у нас лежит листва. Давайте мы как-то ее вывезем. А кто ответственный за вывоз листвы? Там? А какой подрядчик? А кто этим занимается? Да? То есть, извините, смотрите на Прозоро. Мы вам эту информацию не дадим. Але ж у вас на сесії була певна суперечка з головою районної адміністрації Дніпровського району. Давайте зараз згадаємо, що він вам відповів, а потім повернемося. Да, конечно. Сегодня есть программа, и до конца месяца те средства, 1470 тонн, которые запланированы были в Днепровском районе листвы, будут вывозиться. Сегодня, каждый день вывозятся ветки. Это есть подтверждение. Понятно, специфика Днепровского района, который находится за 40 километров от свалки. Понятно, 5 ходок не сделаем. Идет строгий контроль. И если у вас были проблемы, пожалуйста, дверь открыта. И вы буквально меня вчера видели, вы со мной здоровались. По Звенигородской. У вас есть четкий ответ. Департамент дал вам ответ и сказал, что после проведения тендеров будет выделить, посмотреть по средствам, будет средства, значит, займемся этими вопросами. По разметке уже состоялось 2 тендера, которые пока ни один не состоялся. Объявляем 3-й тендер. Вот такая ситуация сегодня. Як можете прокоментувати ось таку відповідь пана Оноди, ну, так який каже знову про тендери, які ніби і відбулись, але не відбулись? Так і живемо. Состоялись 2 тендери, які не состоялись. Да? Ну, чоловік сам підчеркує, ну, може бути, в чому-то свою некомпетентність. Поймите, а що це за програма, про яку він казав? Програма по вивозі листви? Ну, я не думаю, что это программа. Это деньги, которые выделены на райадминистрацию. Ну, просто, скорее всего, председатель райадминистрации, ну, немножко неправильно назвал саму процедуру выделения денег. Он назвал ее программой, да? Вот. Но я вам скажу, что по моей информации председатель докладывает мэру регулярно о том, что район блестит, листвы нет и так далее, да? То есть я во время сессии, когда озвучил, он сказал, что к концу месяца он заканчивает весь объем там какой-то вот фантомный, который они себе сами надумали. Кто эти объемы тогда рисует, я не понимаю, да, если они сначала рисуют объемы, потом говорят, у нас не хватило денег, чтобы войти в объемы, там, ну, чего-то вот это. Но по факту, когда Владимир Викторович Буряк на сессии сказал о том, что есть ли такие адреса, сбрось мне их прям вайбером, да, вот, Дмитрий Викторович, сбросьте мне вайбером, я хочу сам увидеть. Вот. У меня есть группа с председателями ОСМД Днепровского района, да, где там больше 100 человек нас, и мы общаемся регулярно. Я в этой группе написал, вот, коллеги, у кого во дворах лежит листва, дайте фотографию. То есть
За первые 10 минут у меня было, там, наверное, около 30 или 40 адресов, да, где вот прям с фотографиями, где лежат кучи, там, листва и так далее. Там, и она... Я эти фотографии продублировал и мэру, и председателю администрации ОНОДИ. То есть сразу же во время сессии, да, я отправил, чтобы не быть голословным, показал. По каким-то из адресов, справедливо скажу, да, что что-то вывезли. Вот на сегодняшний день, если после сессии, вот на сегодняшний день. Но это, опять же, это никак уверяет Константин Константинович Онода, что до конца месяца какая-то программа, да, сегодня не конец месяца, да, сегодня уже новый месяц, май. Большая часть листвы так и лежит. Поэтому я готовлю, конечно, депутатские запросы, и в том числе и в правоохранительные органы, то есть меня очень сильно интересует, каким образом она выводилась, с каких адресов, какой-то наш и так далее, да, если большая часть все-таки лежит. Сумма-то была немалая выделена на вывоз этой листвы. И опять же, если мы говорим о каком-то якобы предвзятом отношении к администрации, да, мы говорим о каком-то 1000, там, он сказал, 400 тонн или 1700 тонн, вот. А если мы говорим, что это объем только половины, то почему в таком случае профильный зам райадминистрации не реальные объемы не формирует изначально? Я на следующий день после сессии, кстати, имел беседу с заместителем председателя райадминистрации и предлагал ей выехать по всем адресам, проехаться лично, показать. Не погода? Поїздка не состоялась, скажем так. Дмитро Вікторовичу, напевно, останнє питання, але не менш гостре. Воно стосується газу. Минулої сесії ви подавали два звернення до НКРЕКП про те, що зараз, можливо, 1 травня почнуть відключати газ у будинках там, де немає договору? Так, які не заключили договори. Тобто «Запоріжгаз» мотивує це цим. Вот. У нас есть четкая юридическая процедура проработана на сегодняшний день. Мы, ну, так как депутатский корпус, ну, с моей точки зрения, недальновидно, я скажу это мягко, да, вот, недальновидно не поддержал решение об обращении, то есть мы прописали механизм обращения к председателю НКРЕ, в кабинет министров, да, то есть профильному министру, дабы обратить внимание на этот процесс и запретить облгазам по всей Украине отключать с 1 мая. То есть, да, депутаты провалили это обращение. Ну, мы отправили свое обращение от нескольких ассоциаций ОСМД, там, присоединились к нам управляющие компании. То есть не хотят депутаты, мы идем другим путем. Угу. Результаты голосования я обнародовал, не хватило голосов. Я предложил сразу в прямом эфире на моей странице в Facebook тем домам, которые будут отключены, сразу же обращаться к коллегам, которые не поддержали. Они же какую-то мотивацию под этим видели или предвидели. Но сегодня у меня уже есть информация, да, как минимум об одном доме, который отключен от газоснабжения из-за вот этой именно причины. Да, и мы сейчас там вот разбираемся, как наработать судебную практику. Для чего? Для того, чтобы предохранить. Конечно же, в моем случае, ну, в большинстве своем, это будет Днепровский район, в котором должен быть порядок. Но в целом... Нам, звичайно, всі мешканці міста можуть нам приезжают на консультацию жители всего города, да, это и Шевченковский, и центр города по газовым вопросам. То есть мы не отказываем никому. На моей сейчас 8 домов у нас в производстве, где мы требуем снять общедомовые счетчики. Это та практика, которую мы уже наработали. Да, то есть у нас есть победные суды. Вот, мы доводим это дело до конца. Сейчас мы взяли вот 8 домов и сопровождаем в этом же направлении для того, чтобы массово Днепровский район очистить от общих домовых счетчиков. Ну и пойдем, конечно же, во весь город. Час програми вичерпано. Я дуже дякую вам за цю зустріч та розмову. А глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили з позафракційним депутатом міської ради Дмитром Сірим. Залишайтесь з нами на телеканалі Z. Побачимось.